В здании Дворца Независимости проходит тот самый 15-й внеочередной съезд уже даже не Народно-демократической партии Нур-Отан. Сюда съезжаются делегаты из разных регионов, их более тысячи. Подходы к дворцу с оцепленной полицией и огорожены решетками. Наслед строго по пропускам. Одних делегатов подвозят на общественном транспорте, другие добрались сюда на личных люксовых авто. Предком партии Нур-Отан можно считать Союз Народное Единство Казахстана, коротко СНЭК, который был создан в 1993 году. Возглавить Союз поручили тогда еще вице-премьеру Куанышу Султанову. Запомнился он тем, что вел полемику в Верховном Совете с такими оппонентами, как Социалистическая партия и Народный Конгресс Казахстана. На смену СНЭК в 1995 году пришел ПНЭК – партия Народного Единства Казахстана. Несмотря на ребрендинг, партия не пользовалась ни известностью, ни авторитетом, ни уважением. В итоге в 1999 году, накануне выборов в парламент, родился политпроект ОТАН. 1 марта ее председателем избрали президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. ОТАН продолжал роль такого политического адвоката исполнительной власти. Но я считаю, что ОТАН на тот период был и сейчас является не народно-демократической, а чиновничьей бюрократической партией. Крепчала вертикаль власти, крепчал нурбашизм. И 7 лет назад уже никто не постеснялся сменить вывеску «Отечество» на «Нур-Отечество» – «Нур-Отан». Казахстан Республикасының президенті елбасы Нур-Отан партиясының төрағасы Нурсултан Назарбаев. Сегодня бренд отполировали заново. Вместо народно-демократической получите и распишитесь просто именную партию Нур-Отан. Что характерно, жители столицы, похоже, не в курсе таких потрясающих перемен. Про съезд партии Нур-Отан сегодня слышали? Нет, не слышали. А вам интересно? Нет. Да что мы ждем, сынок, мы ничего не ждем. Ой, я не знаю, мимо он. То, что ее убрали вот Народно-демократическая партия Нур-Отан, я думаю, что это правильно, что убрали. На самом деле она не является народной партией. Против. На самом деле от съезда имени его Нурсиятельства ждали большего. Самые смелые теоретики даже предполагали, что дело закончится не ребрендингом, а операцией по передаче власти преемнику. Но делегаты ограничились дележом мест в составе политсовета, доктриной и новой эмблемой.